живая тогда, когда надо себя чем-то наполнить. Вот если убрать, то это мёртвое. Сначала мёртвое. Мёртвое, потом живая. Саша. А здесь тоже, да? Пожалуйста, там становится лужа, если ты курсу жалко, я их занесу. Да, понятно. Кто там поворачивает? Поворот сейчас. Ну, где он, как все? Ну, это источник. А, вот это больше. Ну, это не долго. Ну, даже снимают. Какая камера? Так живем. Да, вот и родник какой, да? Прям? Да. Что, да. Прям из скалы бьет. Ключом. Бьет, да? Бьет. У нас тут мертвая вода, да? Да, мертвая. Можно не перепутать. Все болезни лечат. Да, держите, кто там может. Миша, трансмутация произошла. Если я бабушки садятся зимой. Зимой. Он папа с ним идет, конечно. По сравнению. Мамой. А если мы его все время поддерживаем, 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 он же не поймет, не прочувствует, потому что не надо видеть. Да, да, ну, это, как это? Самый близкий путь. Это Олег, Саба, Игорь, фонарик. Тоже фонарик. Сосечку тебе еще могу. Сначала их. Ребро. Сейчас. Ну пусть она по, как сказала, по танцу, по прячу. Пусть она по скрипану заберет. Почему ему ты говоришь, а не мне? Обоюду острый кадр. Прекрасно. Вот. Это я.
Двусветный, потому что два света. Линолеум делали из полотна, пропитывая его льняным маслом. Настоящий линолеум, перевод – это льняное масло с полотном. Это перевод был. Настоящий линолеум здесь сохранен. Два света вот там, верхние. Все российские вот эти вот строились таким образом. А, наверное, там были хоры. Там, наверное, оркестр был. Ну, тепло, хорошо. Ой, чудесно. Здесь можно, да, расположиться? Нет, мы сейчас едем в харчевню. У меня рабочий день закончился. Все, рабочий день закончился. Мы немножко припозднились. Ну, что ж делать? Как нет, хорошо. Свежо, ладно. Церковь Рождества на реке Оридиш. Внизу находится кухня, наверху приемный зал, каминный зал, а на третьем этаже находятся места для музыкантов, которые играли, а в холле в этом зале проходили приемы, танцы, балы. Очень хорошо. Очень красиво.